волшебницы, добрые феи. И, конечно, нас ждут чудеса в облаках. Мы летим сквозь пространство и время. Сияет планета, как в сказочных снах. Мы летим по небу, Винкс, только вместе мы сильны. Чудеса творить вольны и всегда устремлены. Победе, Винкс, мы от вас недалеко. Мы подружимся легко, не разлучит нас никто. Винкс. Школа волшебниц. Срок, отмеренный ведьмами, прошел. Их армия атаковала школу Красный Фонтан и разрушила ее. Винкс отправились в домино, чтобы помочь Блум вернуть огонь дракона. На них нападает монстр. Блум упала с обрыва. Что же теперь с ней будет? Корона мечты. Мне повезло. Мне очень повезло. Я все еще цела. Я не должна нервничать. Я сейчас на дне расселенной в леднике. Мне нужно выбраться отсюда. Теперь он уходит. Что нам делать? Предлагаю напасть на него сейчас же. Он не ожидает этого. Это будет для него неожиданностью. Лучше не надо. Монстр думает, что он избавился от нас. Пусть он так и думает. Давайте займемся поисками Блум. Откуда начнем? Лавина скрыла ее следы. Эй, девчонки, посмотрите туда. Это похоже на башню замка. Это и правда башня замка. Замок находится у нас под ногами. Девочки, мы нашли королевский дворец домино. Я очень надеюсь, что этот туннель куда-то ведет. Ой, что это такое? Это не пещеры, это коридоры замка. Похоже, прежде чем заморозить замок, его разгромили. У меня странное чувство. А? Я была здесь раньше. Если я и правда принцесса Домино, значит, это был мой дом. Какое красивое место! Наверное, это внутренний двор. Вернее, он им был. Землетрясение! Я так не думаю. Это внутренний двор замка. Эй, посмотрите! Это Блум! Блум! Эй, идите сюда! Я хочу вам кое-что показать!
я создаю концентрический купол, чтобы сила Стелла увеличилась в геометрической прогрессии. Ого! Ионные частицы, которые ты выделяешь, будут автоматически катализироваться? А можешь повторить? Неважно. Скажем так, я облегчаю тебе работу. Отличная работа, девочки! Тут все разрушено. Три древние ведьмы все разгромили. Но не волнуйтесь, Трикс никогда не сделают этого с волшебным измерением. Мы им не позволим. Надеюсь, ты права. Подземные коридоры не пострадали. Может, три древние ведьмы не знали о них? В таком случае нам нужно поискать здесь. Похоже, тут давно никого не было. Следов тут нет. Пыль и паутина не тронуты. Вот, теперь мы видим, куда мы идем. Блум! Блум, что случилось? Вы слышали это? Этот голос? Нет, мы ничего не слышали. Я не вижу никаких живых существ. Добро пожаловать. Я Дафна. Моя сестра. Она такая красивая. Наконец-то мы встретились. Следуйте за мной. Не говорите, просто слушайте меня. В свое время я была нимфой озера Роколуччи. Но родились мы в этом замке. То, что вы ищете, вы тут не найдете. Но ты найдешь свои корни, узнаешь о прошлом, разгадаешь большой секрет. Это сокровищница Домино. Заходите. Похоже, Блум богаче тебя. Теперь я знаю, к кому обратиться, когда у меня закончатся деньги. Это корона, которую я видела на дне озера. Это твоя корона. Возьми ее и слушай внимательно. Блум, твоя судьба. Быть хранительницей огня дракона. Эта сила защищает волшебное измерение от зла. Три древние ведьмы. Это первые злые создания в измерении, которые пытались захватить огонь, но им это не удалось. Но зато они смогли уничтожить Домино. Мы смогли победить Дафну, но до того, как им это удалось, она спасла твою жизнь. Король и королева Домино были уверены, что потеряли своих дочерей. Они решили отправиться в изгнание, чтобы пережить горе. Они до сих пор оплакивают своих любимых дочерей. Моя мама, мой отец! Ты узнала нелегкую правду. Ты должна быть сильной. Да. Блум, я только что узнала, что моя сестра Дафна принесла великую жертву. Она спасла мою жизнь. Я также узнала, что случилось с моими настоящими родителями. Они все еще живы. Но я не знаю, где они. Дафна, я клянусь, как только я расквитаюсь со злодейками Трикс, я отправлюсь искать их. Ты говоришь, как настоящая принцесса. Я горжусь тобой, Блум. Теперь я могу уйти. Моя работа здесь закончена. Должны сейчас же вернуться. Я расстрою планы ведьм. Я верну себе огонь дракона. Я давно не видела тебя такой задиристой. А я уж думала, что случилось с нашей Блум. Я тоже. Теперь, когда я узнала о своем прошлом, я чувствую себя сильнее.
ты друг. И на этот раз он привел своих друзей. Он же и так очень большой. Девочки, вы готовы? Винкс в атаку! Лора, волшебница Винкс! Текса, волшебница Винкс! Муза, волшебница Винкс! Девочки, давайте избавимся от них! Цветок ветра! Они прибывают! Я попытаюсь очистить эту территорию. Вот это я называю хорошей уборкой. Похоже, у них бесконечный запас этих уродливых чудищ. Нам нужно лучшее прикрытие. Возвращаемся во дворец. Их так много! Флора, не думай об этом. Готовы? Кажется, есть такая поговорка. Лучшая защита – это нападение. Спасибо, Такна! Не трать свою энергию, Блум. Ты же принцесса. Мы не должны сдаваться! Если они сломают ворота, то у нас будут проблемы. Я могу поднять акустический занавес, чтобы защитить ее. Нет, Муза, это опасно. Мы в порядке? Переломов нет? Он слишком сильный. Держитесь, девочки!
Они все прибывают. Что теперь? План Б. Когда я скажу вперед. Вперед! Ребята, давайте уничтожим их! Мощно! Нет, этот парень слишком большой. Что ж, настало время объединить наши усилия. Эй, Текнат, ты будешь координировать атаку. Объединяем силы. Я готова. Я с тобой. Нам пришлось. Но откуда вы узнали о нашей миссии? Красный фонтан уничтожен, поэтому все специалисты укрылись в Алфее. Я поговорил с профессором Палладиумом, и он сказал, что вы здесь. Он открыл нам портал, но мы все равно не могли вас найти. Но наш Брэндон никогда не сдается. И вот он здесь вместе со своим Сквайром. Может, теперь все вместе вернемся в Алфею? Да, пожалуйста. Зимний холод плохо влияет на мою кожу. Я... Ты что-то сказал? Нет, ну... Да, сказал. Блум, прости меня за то, что случилось. Я расстался с Диаспора. Если честно, я не хотел на ней жениться. Правда? Мне очень жаль. То есть нет, мне не жаль, но в то же время... ну, ты понимаешь, о чем я, да? Да, Блум, я понимаю.
Но ты всегда говорила, что я твой друг, и не больше того. Так что я... Но теперь это не важно, потому что я знаю, что я хочу. Брэндон, я тоже совершила ошибку, но в некоторых вещах так сложно признаться. Даже в самом прекрасном чувстве. В общем, мне очень стыдно за историю с Брэндоном и принцем. Я прощу тебя при одном условии. Хорошо, все, что хочешь. Я буду называть тебя просто Скай. Дело в том, что мне не нравится слово «принц». Договорились. В следующей серии Магикс превращается в город призраков. Алфея становится военной штаб-квартирой, а Красный Фонтан полностью разрушен. Ривен в плену. И даже Гриффин и другие ведьмы томятся в подземелье. Настало время действовать. К Облачной башне отправляется группа, которая должна вернуть силу огня дракона. Мы феи в клубе. Фильм озвучен объединением «Русский дубляж» в 2008 году. Наши крылья трепещут под знаком